Вот, ребята, у меня приобрел себе вот такой вот станок 1А616 по цене металлолома. И как бы нормально. Рабочий. Отрепетировал, все сделал. И еще есть вот такая вот штука. Так, все крутится, вертится. Патрон. Это прессодержатель. Подача. Это продольная подача. Все работает, все крутится, все вертится. Задняя бабка зажата. Все двигается. Закрутим. Все работает. Мужики, я в шоке, блять, что так, извините за выражение, что такие вещи есть. Передняя бабка тоже по высоте регулируется вот этим винтом. Ну, будем восстанавливать вещь. Я думаю, так, если возьмем сейчас коробок спичечный, вот, ну,